Настоящего гражданина воспитывают с малых лет. Заместитель главы администрации Самары Владимир Терентьев на участок пришел со своими детьми, будущими избирателями. Здравствуйте. Брать ответственность за свое будущее юных Терентьевых родители учат на собственном примере. Поход на избирательный участок всей семьей, как ритуал. В день голосования, уверен Владимир Терентьев, судьбу Самары решает каждый голос. Мы таким образом вкладываемся в свое будущее, да, мы выбираем власть, которая будет работать в том числе и на наших детей. Поэтому очень важно сегодня прийти на выборы, отдать свой голос, не быть пассивным в этот день. Выборы в районные советы депутатов – важнейший этап реформы местного самоуправления. Владимир Терентьев убежден – взять судьбу города в свои руки и проголосовать – первый шаг на пути к общему благополучию. Алина Чемера, Станислав Левин, «События». Активно голосовали сегодня и жители промышленного района Самары. Для многих этот день как начало новой жизни. Ради нашего будущего, ради наших детей, ради того, чтобы у нас был мир на земле, чтобы мы хорошо жили. В выборах в Самаре участвуют 1663 кандидата, более сотни из них в промышленном районе. От правильного выбора избиратели будут зависеть условия дальнейшей жизни. В этом уверен и генеральный директор ЦСКБ «Прогресс» Александр Кириллин. Народу не безразлично, с кем верстать свое будущее, и он сегодня должен сделать этот выбор. Поэтому сегодня это очень важный день, важный на будущее, на то, чтобы мы действительно жили и совместно строили свое будущее, и народ, и власть. В день голосования свою гражданскую позицию высказывали и те, кто по состоянию здоровья не смог самостоятельно прийти на участок. Они голосовали дома. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.